Привет всем, друзья! Вышли прогуляться перед рабочей неделей. Смотрите, уточки маленькие, с утятками, с маленькими, точнее, приплыли из своего оазиса сюда, прямо в открытое озеро. Но они живут в другом месте. Решили здесь сидеть. Мальчик вот кормит какую-то бедашу. Бросает он на ней. Это вообще люблю я смотреть на этих всех животных. Вот мы наблюдали сколько времени, да? В прошлом году я снимала весь сезон на пруду, а здесь приплыли вот на озеро. Ой, какие хорошенькие это вообще. Вот, сегодня без дождя, сегодня тепленько. Ну, такой можно купаться, но я люблю, когда вообще солнышко. Вот. Холодной воды я не боюсь. Но если сезон, то хочется покупаться, позагорать. Поэтому сегодня только гуляю. Смотрите, догуляла до какого места чудного. Вот там одни уже подросли, смотрите, да? Вот такие уже перышки плавают, лодочки. Это детки. А здесь совсем вот такие вот. Еще пушиночки. Ой, я не могу. Так. О, еще два выплыли. Ой, я думала, и все, еще выплыли. Вот. Один выводок подросший. Вот такие маленькие, посмотрите, Жень. Вот здесь. Вот. Вот чайки-то отнимают. Вот. Ой, дышится хорошо. У нас еще липа не зацвела. Сегодня сходила, подошла, посмотрела. Вот, я собираю липовый цвет всегда. Вот, сегодня еще посмотрела, нету. Ну, неделька, наверное. Потому что я слышу по видео, где-то там кто-то собирает липу уже. Я сегодня прям прямым ходом. Посмотреть на аллею. Зашла липовую? Нет. Только вот, только-только. Еще бутончики. Вот. Чайки отнимают все. Чайки отнимают. Ты далеко не бросай. Чайки отнимают все. Бросай здесь поближе. Конечно. Они же чайки, сколько хочешь им бросай, они. А маленьких надо покормить. Вот, молодец. Вот. Какие хорошие. Это утята. Утятки, конечно. Они любят хлебушка. Вот. А там уже, вон, смотри, 4 уже подросли, видишь? Это тоже утятки. Вот. А это что за гуля? Уже оперились. А ну, это так, что за такая гуля. Или такой. Красиво. Воздух свежий. А то сколько? 7. Ну, 7 дней практически шел дождь. Ну, не бесперестанно, конечно, но все равно вот так. Большой, грозы были, град был большой, я переживала. Вот, а дождь льет часа 2, минут 20 перерыв с новой вот такими. А сегодня, ну, думала, что будет, потому что особенно у меня над двором, где живу, такая большущая туча. Пойдет дождь? Нет, не пошел. И погодка чудная, конечно. Ну все, друзья. Просто показала вот это чудо, что остановилось. А я не могу. Какие красивенькие. Всем пока. Пока-пока.